Погибший в московском метро Алихан Азизов ранее был судим за попытку грабежа, совершенного в метро. Кроме того, он имел судимость за кражу. Стражи порядка считают, что у него произошел конфликт с родственником, в результате которого оба упали на рельсы. Напомним, в субботу вечером на станции метро Сходнинской Таганско-Краснопресненской линии под поезд упали два человека. Инциденту предшествовала короткая схватка на платформе, в результате которой двое мужчин буквально скатились под прибывающий состав. Братья родились и выросли в Дагестане, в городе Избербаш. При этом у обоих было криминальное прошлое. В 19 лет, уже проживая в Москве, Алихан с подельником попытался отнять у мужчины мобильный телефон, причем, тоже в метро. За то преступление молодой человек получил 9 месяцев тюрьмы. В 2016 году, уже после освобождения, в родном Избербаше Алихан совершил две кражи инструментов из частных домов, после чего был осужден уже на 2 года. Вновь отсидев срок, Азизов вернулся в Москву в мае этого года и устроился в супермаркет кассиром. Что касается Корана, то он привлекался за хранение наркотиков. В Москве младший брат жил у отца, родители братьев в разводе. Камеры видеонаблюдения так и не дали полной картины трагедии в метро. Возможно, у Корана была ломка, он вознамерился покончить с собой, Алихан попытался его удержать и в итоге погиб. Впрочем, брат пережил его всего на пару часов.